Всем привет! Летом на въезде в Севастополь у нас начнется одна крупная стройка. Это Ялтинское кольцо. И здесь планируется создать двухуровневую развязку. Правда, пока неизвестна ее конфигурация, как где чего пойдет. Где-то в июне обещают перекрыть кольцо. И начать стройку. А на время перекрытия будет объезд через Балаклаву один и один через Инкерман получается. То есть в город попасть будет проблема, и выехать тоже. И сейчас мы проедем с вами по объезду по Балаклаве. Там уже срочно идет ремонт дорог на пути объезда. И сейчас мы посмотрим, как нам предстоит проезжать, когда закроют Ялтинское кольцо. А сейчас давайте рассмотрим один из предлагаемых путей объезда. Вот можно ознакомиться с картой, как нам предлагают объезжать Ялтинское кольцо. Ну и давайте проедем по этому пути. Поскольку вот тут будет объезд Ялтинского кольца, здесь идет ремонт дорожного полотна, точнее укладка нового дорожного полотна. Вот едем по хорошей качественной дороге, но вот приближаемся к переезду, который будет создавать затруднения для проезда этого участка, когда здесь будет ехать весь трафик с Ялтинской трассы на Севастополь. Вот у нас Золотая балка. Это мы едем по улице Крестовского. Вот попадаем на участок со снятым асфальтом. Здесь будет укладываться новый асфальт. Видео, если что, ускорено в два раза. То есть я еду где-то 60-80, а по видео это 120-160. Вот здесь заехали на свежеуложенный асфальтобетон. Слева техника видна, которая здесь работает. Вот фреза. Объезд этого места организован отвратительно. Вот я сейчас еду по тому месту, где предполагалось закрыть движение. Вот люди, рабочие, недоумевают, что за фигня, как я тут появился. Но вы видели, как там фреза стояла поперек дороги. Так, вот это мы повернули на улицу Спартаковская. Она вот тоже подвергается ремонту. То есть, ну представьте, по вот этой улице будет ехать весь трафик на город. Честно говоря, идея так себе. Учитывая наличие ограничения 40 км в час на пути. Лежачих. Тут я потерялся немного. Мне налево. Это, по-моему, улица Ракетная, которая выводит в итоге нас на улицу Новикова, которая уже идет на Севастополь. Вот это поворот направо. Мы тут стоим полгода. Я не знаю, как будут тут выезжать люди. Что здесь будет твориться на этом повороте, если даже направо повернуть, реально проблема. Вот повернули и погнали на Севастополь. В общем, вот такой вот объезд нам предлагают. Поэтому будем следить за новостями. Всем спасибо и пока.